Машка, познавашка. Привет, ребята! Сегодня мы отправимся на экскурсию в город поездов. И поедем мы на этом красивом фиолетовом паровозике. Это железнодорожная станция. Ого, как здесь грязно! И так много неполадок! А давайте мы поможем жителям города навести здесь чистоту. Ну что же, начнем! Для начала подметем мусор и выбросим его в корзину. Теперь возьмемся за лавочки. Их нужно срочно перекрасить. А почему часы не работают? На железнодорожной станции они должны идти правильно. Здесь нужно разместить шестеренки по своим местам. Сначала берем самую большую. Вот ее место. Теперь поменьше. Ее сюда. Средняя должна быть здесь. И две самые маленькие разместим вот так. Теперь все поезда будут отправляться точно по времени. А еще нужно починить экран. Без него совсем не видно расписание поездов. А это ж так важно. Одну минутку. Все работает. И нам осталось починить громкоговорители. Смотрите, ребята, на станцию пришли первые пассажиры, и они хотят купить билетики. Давайте оформим им билеты на ближайший поезд. Время отправления 10 часов. Сделаем их желтенькими, как солнышко. Готово! Все пассажиры с билетами. А вот и поезд. Садимся внутрь. Поехали кататься. Ух ты! Что это за станция? Это грузовая станция. Здесь грузовые поезда загружают свои вагончики. Видишь, умняшка, сколько всего? А нужно загрузить только то, что нарисовано. Итак, в первый вагончик мы положим вот эти бананы, морковку, вот это пирожное и цыпленочка. А во втором будет груша, игрушечный мышонок, виноград и очень вкусный тортик. С этим мы справились. Поехали дальше. Как я люблю ездить в поезде! Особенно, когда такой интересный вид из окна! Ой, что случилось? Железнодорожный путь сломан, и наш паровозик сошел с рейк. Его нужно срочно починить! Быстрее, в мастерскую! Но с чего начать? Здесь так много неполадок! Давай начнем с очистки! Теперь закрасим отбитую краску. Ой, слышите? Наверное, ему щекотно. Не бойся, сейчас мы тебя отполируем. И нанесем красивый рисуночек. Вау. Затем починим фары. Соединяем провода. И фары снова светят. Смотри, умняшка, вот еще одна поломка. Нижняя часть поезда очень повреждена от удара. Здесь нужны специальные инструменты, с помощью которых мы легко справимся с этой поломкой. С внешней починкой мы справились. А теперь давайте посмотрим внутрь паровозика. Это кабина машиниста. Здесь также очень много неполадок. Так давайте быстрее приступим к делу. Сначала проверим электронику. Первая поломка найдена. Здесь разорваны провода. Давайте исправлять. Зеленый к зеленому, желтый к желтому,
Красный к красному, а фиолетовый к фиолетовому. Готово! Теперь давайте сменим панель. На эту вот фиолетовую с желтым. Подремонтируем все выключатели. И протрем переднее стекло. Вот так. Поезд готов к отбытию. Двери закрываются. И можно ехать. Поехали! Какой интересный город паровозиков! И вон еще станция! И кажется, меня ждут здесь интересные приключения! Пока, ребята! Если тебе понравились мои мультики, подписывайся на канал! Скачать это приложение можно с Google Play или App Store.